Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного из-за подозрения на коронавирус. Как пояснил пародист, причиной, по которой Лещенко оказался в больнице, стало двустороннее воспаление легких. «Все нормально с ним. Не дождутся», — заявил он. Винокур также опроверг, что навещал певца. Он пояснил, что тот лежит в инфекционной больнице. 24 марта стало известно, что Лещенко и его супруга Ирина госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Они попали в больницу несколько дней назад после того, как артист вызвал на дом скорую помощь из-за воспаления легких. Его госпитализировали в целях профилактики. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!